весь дым, видите, отсюда вылетает, это никак не отражается на работе печки под казан. И вот, друзья, когда открываете стопочную дверку, у вас поддувальная должна быть закрыта. Да, на трубе, кстати, у меня потолок есть. Не, ровно вот так часть внизу, потолок. То есть домик и потолочная часть. Вот видите, как работает костер. Перекрываем задвижку. Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. С вами Олег Михайлович, Республика Адыгея, город Майкоп. Ребята, и в этом видео я расскажу вам про так называемую тягу в мангалах, да, каминах. Значит, расскажу, что же влияет, как влияет задвижка на работу мангала. То есть, можно ли задвижкой регулировать объем, да, скорость горения дров в самом камине, в мангале. И покажу вам, как работает печка под казан. То есть, расскажу, как правильно ей пользоваться, ну и некоторые особенности по чугунной плите. Ну и маленькая реклама. Друзья, кто хочет собрать вот такой барбекю-комплекс своими собственными руками, у меня есть порядовки на сайте mangalipламя.ru. Выбирайте, оплачивайте, приобретайте. Вся информация в проекте есть. Вы самостоятельно своими собственными руками соберете такой сложный агрегат. Ну и погнали смотреть ролик. Так, вот моя печка под казан. Да, сейчас я просто протапливаю, прогреваю. Краска уже, в принципе, прогорела. Когда первый раз растапливаете свежая краска, то с нее прям дым идет. Это нормальный эффект. И еще раз напоминаю, друзья, я покупал чугунную плиту Рубцовского литейного завода с вот этой маркировкой. Вот у нее, видите, выступают зубцы, такие выступы. И я их потом все срепиливал, потому что казан у меня не входил из-за них. И вот здесь вот видно следы такие неровные от этих спилов. Поэтому покупайте плиту вот такую. Вот видите, здесь кольца круглые, то есть крайнее кольцо идеально ровно, без всяких выступов. Ну или же покупайте Везувий, чугунную плиту Везувий. И вот здесь вот у меня выход дымовых газов от печки под казан. Видите, как все устроено. И сразу все вылетает в трубу. Давайте посмотрим на улице, как это все выглядит. Сегодня у нас хорошая погода. Смотрите, как чадит, как. Это вот печка под казан. Так работает. И видите, ветер прям, не ветер, а дым то вниз вот так опускается. И вот смотрите, как у меня здесь особенность ландшафта. Видите, дым прям как опускается. То есть это неблагоприятные условия погодные из-за перепадов давления. Но если у вас все правильно сделано, все как положено, то печка, в принципе, работает. Весь дым, видите, отсюда вылетает. Это никак не отражается на работе печки под казан. Ну и также на мангале. И, друзья, еще раз напоминаю, кто вот спрашивал, да, у меня здесь пустые швы. Вообще раствора нету. То есть первый зуб, видите, уже несколько лет прослужил он. Нету никаких трещин. С левой и правой стенкой зуб не взаимодействует. То есть, если у него есть расширение, он свободно ходит и выходит. Очень много каменщиков пытаются вот здесь перевязку делать кирпичную. Этого нельзя делать. Так вот, печечка моя работает. И, друзья,
Самое важное, да? Тяга регулируется поддувальной дверкой. Вот этими отверстиями. То есть закрыл, тяга пропадает. Здесь у меня, видите, задвижки даже нету. Это редуктор на вертел. И также тяга не регулируется в камине задвижкой, как многие считают, что задвижка нужна для того, чтобы регулировать тягу. Нет, задвижка нужна для того, чтобы не заходил холодный воздух зимой в помещение. Ну или сквозняков сильных не было. Вон, видите, аж огонь сюда вылетает. И вот, друзья, когда открываете стопочную дверку, у вас поддувальная должна быть закрыта. Иначе у вас будет переизбыток объема воздуха, поступающего в печку. А дымовой канал рассчитан на определенный объем воздуха, то есть превышать его ни в коем случае нельзя. Поэтому при открытой топочной у вас поддувальная должна быть закрыта. Это у меня скотч остался еще. Это закладывал скотч, обматывал, чтобы не вымазалась печка. Видите, у меня дверка с базальтовым шнуром. То есть это специально с уплотнителем. И вот такой вот механизм, который прижимает дверку. Ну и я советую вам покупать дверки с вот такими вот механизмами прижимными. То есть здесь уже четко фиксируется, прижимается дверка. Раз. И смотрите, друзья, еще подсказка такая. Если у вас мангал с этой стороны, да, а печка справа, то ищите дверку топочную, чтобы она вот так вот открывалась в правую сторону. Вам тогда удобнее будет ее обслуживать, эту печку. Раз, так вот, допустим, дровишки туда раз подкинули, раз закрыли. То есть вот здесь у вас дровник, вы отсюда взяли, открыли, закинули. А если вы сделаете дверку вот в эту сторону, то вам тогда придется обходить, то есть дверка будет мешать. Ну, это такой лайфхак, подсказка. Дверку топочную закрыли. Здесь, видите, у меня тоже есть приток воздуха, но он небольшой. Сейчас вот открываем поддувальную. Приток воздуха увеличивается. И тяга улучшается. Здесь у меня, видите, дверка установлена в короб из нержавейки. Это делается специально, чтобы облицовочный кирпич защитить от огня. То есть у меня между коробом и облицовкой еще базальтовым листом все обмотано. Базальтовый лист вот такого плана. Вот фольгированный. Вот такая вот структура у него. Мощный базальт вокруг этой дверки. Ну и, друзья, самый главный такой тест, да, давайте сейчас проверим, реагирует ли или влияет ли задвижка на тягу в камине, ну или в мангале. Вот сейчас у меня задвижка открыта, видите, дым весь выходит в трубу. Давайте посмотрим на улице, как это выглядит. Сейчас у меня работает и печка под казан, и мангал. О, уже ветер поменялся в другую сторону. Да, на трубе, кстати, у меня потолок есть. Не, ровно вот так часть внизу потолок. То есть домик и потолочная часть. Так, и пойдемте сейчас будем регулировать задвижкой тягу в камине. В мангале в данном случае. Вот видите, как работает костер. Перекрываем задвижку.
Ну, видите, задвижка закрыта, а огонь горит почему-то. То есть не перестает гореть. Вот, друзья, думайте теперь, регулируется задвижкой тяга в камине или нет. Закрылась. На костре это вообще никак не отражается. То есть я, честно говоря, не знаю даже, зачем люди врут, когда это рассказывают. Прикрывайте задвижку, там это. В печках это актуально. В печках. В каминах и мангалах это ложь. В каминах и мангалах, вон, смотрите, все теперь прет сюда. Ну, чтобы доказать, что канал перекрыт, выходим на улицу и смотрим. Дым практически не выходит. Ну, там незначительный. Вот видно, да? Дым отсюда прет. Костер горит. Ну, давайте еще. Вот. Чтобы уже исключить. Видите, горит. То есть горит, и дым свободно поднимается вверх. Но отсюда прям чат валит. Это для хейтеров, для скептиков, для тех, кто утверждает, что в мангале и в камине задвижкой регулируется тяга в трубе. Видите, да? Весь дымище сюда прет. А костер все равно горит. Сейчас я открыл. Задвижка не регулируется тяга. Все регулируется количеством дров. Много наложите вот сюда дров, будет здесь адское пламя. Будет зверский огонь, будет зверская мощь. Маленький костер, маленький, ну, маленькое количество дров. Маленький костер. Вот дровами регулируется объем дыма и тяга, будем так ее называть, да, тяга. То есть задвижка не регулирует. Вот, закрываем задвижку, вообще никак не, никакой реакции, потому что задвижка в трубе находится. А смотрите, почему такое возникает, такое предположение. Эти все вещи рассказывают печники. Ну, есть печники двух разных категорий. Есть грамотные, есть неграмотные. Так вот, одни неграмотные печники, они видят, что тяга, они знают, что тяга регулируется задвижкой. Вот здесь вот, на дверке, да. Ну, или если ее нету, то приоткрывают вот так. И тяга регулируется в печи под дуальной дверкой. Вот. Если задвижку закрыть в печке, а вот здесь будет мощный приток воздуха, то все, дым будет переть через печку. Ну, печки, у них закрытые дверки, поэтому дыму деваться некуда, и он выходит через щели там в дымоход. Ну, если печка не герметична, она начинает дымить. Поэтому они и говорят, что в мангалах и каминах то же самое происходит, тоже регулируется тяга задвижкой. Но сами, не имея камина и мангала дома, они эту теорию проверить не могут. Как большинство печников собирают печку, камин, там мангал и уходят. А заказчики уже пользуются. А у меня есть уникальная возможность попользоваться теперь. Потому что я собрал себе дома такое вот устройство. И все эти вещи тестирую, проверяю. Ну и делюсь информацией с вами. Друзья, ну вот вы посмотрели мой видеоклип. Если вам понравилось, ставим лайки. Ну, кому не понравилось, ставьте дизлайки. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Для меня это очень важно, для продвижения контента. Ну, вы сами понимаете, лайки, комментарии и подписка для блогера очень важно.
и пишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть в моих новых роликах на моем канале, что бы вы хотели узнать, какую информацию. Я с удовольствием для вас сделаю такой клип и поделюсь на моих каналах. Все, друзья, до новых встреч. Желаю вам здоровья, чистого неба над головой, мира. Всем пока. We'll be right back.